Привет всем! Сегодня хочу с вами поделиться. У меня сегодня произошла такая проблема, что у меня пропал звук. Пропал звук во всех браузерах. То есть не было звука ни в Яндексе, ни в Google Chrome. Даже на самом компьютере не было звука. И как я решил эту проблему, сегодня я бы хотел вам показать и наглядно показать. Ну что ж, приступим. На самом панели управления, возле языка, и кроме возле динамиков, у нас есть центр управления уведомлений. Вот новое уведомление. Мы на нее нажимаем и находим здесь все параметры. Кликаем на нее, открывается вот такая вот рамочка. Нажимаем обновление и безопасность. Обновление и безопасность. Нажимаем восстановление. И здесь появляются два предложенных варианта. Вернуться компьютер в исходное состояние и особые варианты. Должен быть еще третий вариант. Я сделал скриншот, и сейчас я вам покажу третий вариант. Выполнить откат от более ранней сборки. То есть после обновления Windows. Если ваша Windows 10 обновилась, да, и пропал звук, то есть вот это есть то самое решение проблемы. Мы нажимаем начать. После этого появляется вот такая вот рамочка. Почему вы возвращаетесь, ну, к другой сборке, более новой, более старой, вернее. Мы можем нажать «Отмена». Если мы нажмем «Далее», ну, нажмем, выберем причину какую-нибудь, то нам предложит Windows решить эту проблему. То есть, сделать более, скачать более свежее обновление. Но я как бы попробовал, мне обновления не помогли. Поэтому мы нажимаем «Отмена». После этого появляется вот такая вот рамочка следующая. Можете почитать, если кому-то интересно. Но я нажал «Далее». Нажимаем «Дальше». Избегайте блокировки. Нажал «Далее». И самое последнее. Спасибо, что решили использовать эту сборку. То есть та сборка, которая у нас была более старая, мы к ней возвращаемся, на которую у нас был звук. Нажимаем «Вернуться к предыдущей Windows». Нажимаем и все. После этого должно произойти откат системы, то есть вернуться к старой сборке Windows 10. Поэтому после этого должен наш компьютер перезагрузиться. Если наш компьютер не перезагружается в течение, допустим, 5 минут, то мы самостоятельно делаем перезагрузку нашего компьютера. Перезагружаем компьютер, и после этого у нас должен появиться звук во всех браузерах и на самом компьютере. Вот так вот, ребята, я решил такую проблему и с вами поделился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео. Всем пока!